Готовность школ к чрезвычайным ситуациям проверили накануне Дня знаний. В образовательных учреждениях курортного района прошли мероприятия в рамках всероссийских учений по реагированию на террористические угрозы. В 545-й школе Сестрорецка отрабатывали сценарий, согласно которому на территорию проник вооруженный злоумышленник. Одним из важнейших моментов в таких тренировках является отработка совместных действий всех участников процесса, от сотрудников охраны до бойцов Росгвардии. На улице развернулась целая операция по захвату преступника. В это же время в самом здании школы педагогический коллектив во главе с директором отрабатывал свои теоретические знания на практике. В подобной ситуации после срабатывания системы оповещения руководителю учреждения необходимо проинформировать районный отдел образования и проинструктировать коллектив. Уважаемые коллеги, поступило сообщение. Захват террористом нашего образовательного учреждения. Действуем по инструкции. Закрываем двери. Остаемся в помещении. Выключаем свет. В очередной раз пример слаженной работы продемонстрировали сотрудники отдела вневедомственной охраны Росгвардии и патрульно-постовой службы полиции. Будьте доставлены в ВД России по курортному району Сестрорецка, Володарский 7/9. Внимание, по тревоге отбой, нарушитель задержан, все нормально, работаем в обычном режиме. Стоит добавить, что в школах района перед началом нового учебного года рассматривали разные сценарии возможных чрезвычайных ситуаций. Например, в 556-й школе, по легенде, было обнаружено взрывное устройство. Свои действия также отработали педагоги, сотрудники службы охраны, МЧС, различные подразделения полиции, Росгвардия и администрация курортного района.